264 археологических предмета, представляющих большую культурно-историческую ценность. Федеральная служба безопасности передала Херсонесу Таврическому скифское золото. В частности, переданы изготовленные в первом веке нашей эры в Северном Причерноморье золотое ожерелье с камнями и серьги, другие ювелирные украшения, античные статуэтки, монеты и предметы быта. По словам начальника управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и Севастополю Виктора Палагина, артефакты сотрудники спецслужбы изъяли у контрабандистов и черных копателей в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Для того, чтобы в первую очередь это стало собственностью государства, достоянием ученых, чтобы они могли проводить исследования. И самое главное, это должно стать достоянием народа. Виктор Палагин уточнил, что родина находок – Центральная Азия, Аравийский полуостров и непосредственно Республика Крым и территория Севастополя. Директор музея-заповедника Светлана Мельникова призналась, что впервые за годы музейной практики столкнулась со столь щедрым даром. Я абсолютно убеждена, что вот сейчас мы присутствуем при историческом событии. И вот наша задача в полном смысле слова дать тем сокровищам, которые мы получили, достойную музейную оправу.